ну, что-то вроде кабинета Сталина. И здесь мы начинаем рассказ о том, что, давайте вспомним послевоенное лето, 45-й год, 24 июня идет парад на Красной площади в Москве. Да? А когда он встречался с Оппенгеймером, спросил его: скажите, а когда русские сделают бомбу? Он говорит: я не могу сказать, когда. И вот, собственно, ради чего? Собственно, плутоний шарик так вот и выглядел. 6,5 килограммов примерно, две полусферы, вот такой шар соединяли. И это здесь вот показывается, как шли опыты на критмассу. Показано, собственно, заряд. Делали здоровцы. Все, да, все, вся другая, кстати, вся аппаратура, что была. И здесь вот для меня такую штучку сделали. Если я нажму, мы сможем с вами сейчас посмотреть. Там ущелья никакой не было. Там все было засыпано землей. Да. Нет, они почувствовали, там двери. Сейчас там все, вот земля затряслась, они почувствовали. Ну, подводная лодка. В 57-м году спустили. Только в декабре 58-го вооружения стало. Ну, самолеты. Опасно у нас нет. А здесь у нас кинозал. Здесь люди могут походят отдохнуть и посмотреть исторический контекст. Что происходило в те времена. Корейская война.